Удача улыбнулась далеко не всем. Некоторым участникам шоу так и не удалось пройти в следующий тур. Меня зовут Анатолий. Я приехал из Кыргызстана. О, шикарный вид! Я работаю преподавателем музыкальной школы. В свободное время играю на инструменте. Огонь! Потому как наш Анатолий вышел, он сейчас возьмет и порвет этот аккордеон. Раскинулось море широко, и волны бушуют вдали. У вас, конечно, я скажу, немножко слабая техника, вы чуть-чуть размазывали. Очень красивое исполнение, но я вам скажу нет. Вы, наверное, очень хороший преподаватель, и желаю, чтобы ваши ученики прославились, но сегодня я вам говорю нет. Я тебе скажу да, но по нет два да. К сожалению, ты не проходишь следующий круг. Вот в таком костюме надо вот цветочки, что нужен был здесь. Нет, цветочки. Ему бы образ внешний вид не помог бы. Такой сделал бы попури, да, может быть? Официальный партнер шоу Central Asia's Got Talent – Coca-Cola. Coca-Cola, попробуй, почувствуй. Куколка. Здравствуй. 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 Тебя как зовут? Меня зовут Фатима. Конфеточка. Давай, удиви нас. Вот так вот. Я желаю тебе удачи, здоровья, расти большой и счастливой. Но спасибо. Сегодня я говорю нет. Давай мы с тобой в следующем году увидимся, хорошо? Меня зовут Балнур, мне 19 лет. Я сегодня буду петь рок. Это основной жанр, по которым я двигаюсь. Ну, давайте, мы уже... Не томите нас! Камеры готовы. Зрители готовы. Дадим рока! Песня, ну никакая. Нет, она хорошая. Но я не знаю, она не твоя и не показала тебя. Да. И я прям очень расстроен. Да, я соглашусь с Эриком, что вот песня не ваша. Вот я тоже не получила удовольствия. Вы очень старались. Как же я этого хотел, но я говорю нет, Жанна, не получилось, извини. Спасибо. Мой ответ – нет, я в ней не вижу рокершу. Это не ваше. Спасибо. Я тоже говорю нет. Почему у тебя будет одно «да», три «нет»? Спасибо. К сожалению, ты не проходишь следующий тур, но жизнь продолжается. Спасибо. Добрый большое. Путь, дорогая. Что, зажжем? Зажжем. Поехали. Хорошую песню подобрали, но я вам скажу так, неправильное дыхание – это раз. А во-вторых, я в вашем исполнении не зажглась, меня только фонограмма, меня минус только зажигал.
Это мое мнение. Но мне тоже вот этого драйва не хватило. Вердикт моих коллег сейчас они озвучат. Я скажу нет. И несмотря ни на что, я говорю да. Спасибо, спасибо. Мне кажется, что ей надо подготовиться на следующий год. Я говорю нет. Итак, у вас два да, два нет. К сожалению, вы не проходите следующий тур. Талантливый человек талантлив во всем. Просмотреть видео – это тоже талант. Будьте с нами!